Вы будете в прямом эфире. Ничего? О чем со мной говорить? А. Вас не боюсь, просто я не хочу никуда ходить. Но, слушайте, вы мне не даете жить. Почему Токаев, Назарбаев, Масимов, Кулебаев? Вы почему мне не даете жить, а? Почему такой шум задаете? Вы почему жить не даете людям, казахстанцам, а? Почему людям не дают жить? Почему дают? Вы почему не даете мне кушать, сварить? А? Вы почему мне не даете передвигаться? А? Я вас не боюсь. Вы можете меня разделять. Вы можете меня посадить. Вы можете хотеть делать со мной что угодно. Но мне вот эти вот ваши, знаете, не понимаете, вызываете. Мне плевать, что вы ходите без конца, меня тревожите. Тревожите и допросы вечно. Вы зачем допросы вечно хотите устраивать? А? Вам непонятно. Я хочу смены власти. Вам непонятно, что я еще должна сказать? Уходите все там, политическая верхушка Казахстана, уходите. Я никогда не отойду от активизма. Понятно вам? Все хорошо. Все, да? И что дальше? Все. Мы вручим повестку и все, пойдем. Мы не смеем. А теперь, ну давайте теперь подскажите мне, что правильно, что неправильно. Я гражданин, который не обязан все знать. Хотя я уже давно, конечно, и юридически сама подковалась, и экономически. Есть, вот приходится быть экономистом, и юристом, и конечно, всем на свете. Конечно, мы вам подскажем. Почему я должна? Вот, потому что вы много чего не знаете же, из-за этого мы вам подскажем. Где-то что-то не знаете, вы задавайте, хорошо? Вот, данную повестку мы просто обязаны вам прочитать. У меня очки сломались. Очки сломались? Ну давайте я вам прочитаю. У хорошо. Меня вообще очки вам, сломались, вам, я не вам, Галия, прочитайте. Когда удобно, скажите, вот, число, вам сегодня, самой, когда, вечер, сегодня, завтра. А можно никогда? Ну, Галия, по уголовному делу. Вы по какому, вы должны сказать? По какому уголовному делу? Номер единого реестра. Да. Вот. А, у меня уголовное дело или что, не пойму? Не у вас. У кого? Ну, кому? Вы, ну, дайте. Ну? Вы же можете мне сказать, кого? По статье 405. 405? Да. 405. А, меня по 405. Не вас. Ой, кого? Не чего? Вас. А, ну, кого? Попросить, ну, скажите, пойму. А, по статье? Попросить. А, вы будете, вы будете задавать мне вопросы. Вы ДВК или не ДВК? Я очень люблю ДВК. Я люблю Аблязова. Я люблю все, ДВК. Хорошо. Я член хорошо, ДВК. Я активист ДВК. Я активист Коще партии. Что еще надо? Если это действительно так, дайте ваше пояснение в виде бумаги допроса. И все. От вас больше никаких вопросов. Это власть. Вы меня уже достали. Уходите все. Я к вам только сегодня вот только подошел. Это надо быть идиотом, чтобы не любить ДВК. Это нужно быть идиотом. Идиотом надо быть. Давайте приступим. А? Вы что, вам не нравятся программы, да? Вы что? А мы не, я же вообще... не, он, не я не говорим, что нравится, что нам, да, не нравится и тому подобное. Ну что, вот вы меня будете допрашивать, вы меня будете, я, будем, а, он меня будет допрашивать. Как ты относишься к ДВК? Я скажу, я люблю ДВК. А, вы состоите? Я скажу, да, я состою в ДВК, я состою в куче партии, я состою везде, где можно, кто против нашей власти казахстанской. Я хочу спокойно жить, я хочу работать, а зарплаты не платят. Почему зарплаты не платят, а? Ну это же не в моей компетенции, правильно, блин? Это уже почему? Не по мне, пожалуйста. Вот так вот, вот так народ Казахстана нас держит в нищете, чтобы мы ничего, ни от чего больше не думали, ни о чем. И вот так нас шугают, приносят повестки, но я вас не боюсь, просто мне нужно кушать людям, своим родным. Вас я вас не, я вообще не боюсь, даже если будете пугать, даже если пугать будете. Я вообще никогда в жизни не боюсь, у меня нету в ген. А, может? Помощи просить. Я вообще никогда никого не боюсь.